Хотя ладно. Их напоследок уже заберем. Сейчас тогда пройдем здесь быстренько. Все пролетим. Аккуратными очень. Куча змей с окаменением. Ребят, ну серьезно, зачем вы такой бред в чатик скидываете? Я сейчас картинки отключу. Медуза. Три ящера. Ребят, я сейчас просто отключу картинки. Блин, вернуться назад. Ладно. Нет, ну блин, серьезно, бред какой-то. Котировал. Ну просто, ребят, серьезно, больше так не делайте, пожалуйста. Нет, я не Адольф. Таблет грома. I'm ready. Что не понял, где он? Фон. I'll do my best. Yes? Thy command. Yes.
Вот такие нормальные картинки. Да, хороший арт, я не спорю. Хитро смотрит за мной, даже когда я его убил. Не страшно. Мы всегда можем убить его второй раз. Манада. Манада. Нужна ли мне так манада? Конечно, нафиг не нужна, но... Ой, это я чуть не налажал. Не, клевый арт. Это откуда? Это самодельный или с этого? Или с Disciples'а? Ну, в смысле не с Disciples'а, а в смысле с этого. Блин, ладно, я запутался. В смысле с третьего Ренессанса. А, это просто арт, понятно. Ну, классно очень. Блин, не дохожу. Хоть убей, не дохожу. Мне кажется, мне от Танкуба будет больно. Сейчас меня превратят в отряд живых бесов. Нет, в отряд просто бесов. Не превратят. Что-то мне показалось, они больше не качаются. А, они левелапнулись. Рисовал это, но надо будет потом глянуть. Интереснее, интересные артики. По-моему, уже Disciples даже разрешает менять арт. Иксовая горгулья. Угу.
Типа имба, да? Подальше от границы сделаем. Статуя шмот Пегаса, да, он нулевой, потому что вещей-то, в принципе, у меня нету. У меня вещей-то, в принципе, там и нету. То есть урон всего-то почти 300, точность 100%, инициатива 82, броня 55, ну и зартов так по фигне. Других у меня просто нету. Надо скрытие кастомить в следующий раз. Что-то они очень меня не любят. Самый удачливый вор в истории, наверное. Он обчистил в соло всю лавку. О, жесть. Так, пошлите убьем андедов. Не вижу смысла. Что у меня? Призрак. Yes. Attack.
Смерть. Тени. И не такое убивали. А защиты от разума у меня нет, да? Я его не выучил. Ну ладно. Нюлядня. В смысле, ассасин промахнулся? Ассасин не промахнется! У него точно 100% теперь. Иммунитет. Тупая смерть. Нужно больше смертей. Thank you.
Ну ладно, ладно. Убил, убил. Одного. Молодец. Хоть что-то смерти смогли сделать. Кого же мне бы из вас убить-то, а? Вот это как ядрёная, кстати, смерть. Но мы ее обезвредили. Поэтому она пытается смыться. Нет, она, конечно, смоется. А мы же этого не допустим. Ребят, количество теней на квадратный сантиметр слегка превышает допустимое значение. Не, ну две тени, это еще куда не шло. А, типа это я выучил. Я не думаю, что мне надо защититься. Хотя они там перекачаны, блин. У них там телек просто. А, причем здесь телек и дикая перекачка смертей? Пиксели? А! Все, понял. Я не заметил этого просто. Извиняюсь, извиняюсь. А, так. Они же типа им показывают.
Все, МП. Нафиг потратил. Хорошо, что я защиту сознания себе накинул, иначе бы я сейчас просто помер. Окей, удачи тебе. Там какая-то Тиана Карес проходит. В этот, в скайп мне, пожалуйста, ссылку скинь. Я бы глянул. Терпения не хватит. А если учитывать, что Тиан, точно терпения не хватит. Что на Грэс там столько времени! Берем замок нежити, можно сходить в туалет, ну да. Ну, почти 300, кстати, хп у ассасинов. Я иду туда перекачивать, намного лучше, чем в прошлый раз. Там у меня что-то было, по-моему, 280 хп, когда я туда пришел. А сейчас у меня уже 300 есть. Золота. О, и куча магии в этот раз, кстати. Вот я говорю, что тут сущий рандом в магиях. ...350 хп у ассасина. Чё? Он мне что-то украл? Он мне эликсир спер. Пожалуйста. Можешь даром забирать. Господи, я не знаю, мне уже не нужны эти бусты. Так что вот эти возьму. И вот это. Все. Прикольно, я не знал, что у... Этих можно, короче, обворовывать. Прикольно.
Манода захватили. Ну все, захватили, погнали. Унижать нежить. В принципе, больше нечего тут ловить. На всякий случай проверю заклы. Все бафы у меня должны быть выучены. Да, все есть. По-моему, я здесь последний закон не украл. А не украл. Ну хорошо. Да, в принципе, ловить больше нечего. Сейчас пройдем через низ. Компанию вынесем все, что здесь осталось. А, в принципе, тут ничего не осталось. Раз, два, три, четыре, пять. 400. В общем, нехило у него укус. Я все равно прохиливаюсь. Пока побалуемся песней скорости. С легкостью сейчас ассасины выносят, точнее, за один ход выношу 5 сотен хп. Это меня радует. Еще напись скорости. Медуза. Так, защита от земли. То, что за один ход, скорее всего, вынести не удастся. А, ну, в принципе. В принципе, вот и все. Эликсир железной кожи. Вот, кстати, единственный эликсир, который я не пил. Я вспомнил, где он был. 65 дефа. Хорошая точность у ассасинов. 82% накинуть яд. Увеличивается и 100% попасть.
МП копим. Сейчас, в принципе, нам сильно понадобится. А смысл-то ходить есть, нет? Он скриптовый моб появится. Угу. Бедный ангел. В смысле? 75. Знаешь, было бы еще более прикольно. Было бы у них, если ты... Он не лечит, он тебя отравляет. Вот это было бы офигенно. Как в реальной жизни все. Тиамат. Опять перекачанный в хлам. Яд у него уже 95. Ну хорошо. Даже попытался напасть на меня. Линии разграблены. Угу. Дракон 100. Короче, защита от огня нужна. И в принципе, чтоб не мучиться с ними. Призыв к оружию. ГГ упал? Снова, что ли? Я не знаю, что с ГГ творится в последнее время. Так я кастую ее для всех, понимаешь? Защита от огня нужна не только ГГ. В этом-то и проблема. Конечно, жесткая. Сфератского рыцаря.
Хм. 190. Нифига там! А, ну тут тупик все. Надо идти своего спасать. Скакунчая фигня. Ну, оставляем. Больше здесь ничего не надо. А, так я его мог прохилять раньше? Чё-то не знал. Ну, ладно, извини. Войд. Триста десять хп. Неплох. Они тут спавнятся, походу. Уроды. Инкуб, Тиамат, Зубия. Да, проблем, в принципе, не должно быть. Ни с кем. Что, ну,
Броню повешу. Чё, зачем на нее паралич кидать? Смысла нет. Тиамат вверху, понятно. Молодец, только ты вообще фиговое существо застелял у меня. Настолько фиговое, что даже не знаю, что ты с ним будешь делать. 150, блин, убить могут. Хотя, нет, не убьют. Как он его убьет? А, кстати, да. То мало сейчас бегут без толчи. А тебе начнется игра вместе. Значит, чувак, как насчет Армагеддона? Вот так. Больше мне тут еще бегать. Где вообще скрытие у меня было в сумерке? Нефиг на миг вставать. Я сумерки накинул. У меня карта вся скрылась. А мне интересно, насколько они жирные, а? Нет, еще не положил. Я до него еще не дошел. Серьезно? Чем вы меня собираетесь контрить? Минус один. Минус второй. Ты еще и промахнулся. Поздравляю.
Еще один Тиамат. Но я даже не знаю, что с вами делать. Развелось тут Тиаматов. Развели, понимаешь, Тиаматов. Ай. Да я не так часто пользуюсь. К тому же вот эта вот песь скорости, она тратит только ману смерти. Одного сина убьют. И они убьют. Я тоже не думаю, зачем мне экономить ману, когда у меня и так маны... Просто тьма. Ну не тьма, но ее чертовски много. Ну, моей маны, конечно, маловато уже, но суть не в этом. Так. Ну, пись скорости это самый имбалластный баф, который есть. 75 маны всего лишь. В итоге ты имба. Кого мне убить из вас? Пожалуй, тебя. Потом, пожалуй, тебе. И тебе. Сверка регенерации. А теперь подведи ко мне вора, чтобы я отхилялся. А может двух. Да, так, в принципе, тоже сойдет. Вот те драконы, которые меня убили. Да, достали. Да не снесете вы 300 хп. Только в ваших снах.
Вот это меня дракон убил, черный. Понятно. Я уж начал беспокоиться об этих руинах. У драконов нету брони. Открой секрет. А, так они иммунные, понятно. Знаете, мне даже смотреть неинтересно.
что я делаю, а? Какой же там сюрприз? Что я с инициативой 150 не смогу смыться оттуда? Наверное, есть сюрприз. О! Хи-хи! А чё такой? А чё такой толстенький? Два и два КХП. Да знаете, вообще изи. Нет, ну... Нет, ну ты понимаешь, что здесь деф защитника всегда максимальный. Тут без разницы, сложность и сложность. 90 дефа, стандартно. В общем, пойду покушаю. Так, я передумал кушать. Ах, я посмотрел, как ты убиваешь столицы, не видел ни одного, такие бы руки не дошли. В смысле? Господи, эта автобитва, она затянется до бесконечности. Ладно, рискну. Если они умудрятся проиграть эту битву, ком просто тупой в ноль. Сейчас бац, какой-нибудь скрипт, типа, столицу нельзя было рушить. Поздравляем, вы завоевали расу легионы проклятых. Неброс. Неброс, Неброс. Ты вообще кто такой? Посмотрим, кто это. Что за вонь добродетели наполнила воздух? Люди-эльфы, разве вы не знаете, что вы уже проиграли? Да, размерчик у тебя будет здоров, тварь, но почему ты думаешь, что мы боимся какого-то демона? Империя изгоняла с тех земель и не таких твоих сородичей. Глупцы, разве вы не видите, кто перед вами?
Я беру свои силы из гиены огненной. Я несу чуму Бетризена, которая уничтожила ваши жалкие города. Хм. Вы слышали? Вот кто является источником заразы. Уничтожьте его. А он сам напал? Ау. Ауч. Слово анимация. Алебарда, паралич. Оружие, разум. Опс! Опс! Приплыли. Здравствуй, инквизиторы. 4 кхп. Кажется, построить 100 воров. Да, это сильно, на самом деле. Я до него не дохожу, блин. Знаете, что-то мне подсказывает, что он все равно попал. Ну иди сюда. Давай посмотрим, насколько ты имба. У меня все по 300 бьют. Да, что мне подсказывает, что тоже будут переигрывать из-за босса.
400 ДПС. Он без брони, кстати. А вот следующий его удар по мне достанется. Самое хреновое. А, у меня защита от разума, я все-таки ее кастанул на себя, блин. Господи, как же мне повезло, а? Не, все. Я кастанул все-таки защиту от разума на себя, да. А сейчас паралич просто всех. Но я уже выиграл, на самом-то деле. Туф! Ни хрена там яд! Сколько там у него яд-то? 300, что ли? Мне вообще повезло, что он промахивался. Да, это было бы плохо, если бы он хоть раз попал. Ну все, он отбегался. Нет, это была самая жесткая кампания. Небриас. Точнее, Небриас чудовище, вскормленное кровью Бетризена. Приходит в самое сердце мира мертвых, чтобы разжечь прям чумы в мире живых. Неплохо. Да, мне реально фартануло. Я не буду спорить, ребят, вот серьезно, это был чистый фарт. О. Но я ему просто точность в ноль слил. Вы не может быть. И победили меня, но... Убейте демона. Я устал от его нытья. Это победа не только Империи, но и всего Навендара. Если бы... Не эта победа, никто бы не спасся от этой страшной чумы. Небриас был слугой Бетризена. Он бы не пожалел ни гномов, ни эльфов, да вообще никого. Принцесса Илюмиэль, ваши люди свободны.
Выходите из укрытия. Я знаю, что вы находитесь под защитой Амбриэль. Что ж, похоже, мои секреты хранятся не так уж хорошо, как я думала. Но на этот раз я прощу вас, дорогой Эмри. Стоп. Эльминель, она жива, что ли? У наших лесов еще есть надежда. Я благодарна вам, люди. Я вернусь к своему несчастному народу. И, может быть, однажды мы снова будем сражаться плечом к плечу. И, может быть, наступят времена, когда нам не нужно будет сражаться ни с кем. Прощайте, благородные дети Галиана. Желаю вам вернуться в свои леса, возродиться и окрепнуть. И уж раз мы заговорили о возрождении, нам ведь есть что обсудить, герцогиня. Да, у нас хорошо получается работать вместе, Эмри. Я уверена, что мы пойдем к соглашению, которое удовлетворит нас обоих. Давайте обсудим это чуть позже. За обедом. Да. Закатим пир. Когда-нибудь эта женщина окончательно разобьет мне сердце. Мне кажется, у наших отношений есть будущее, Амбриэль. О, черт! Это был самый жесткий босс, серьезно. Он к ней клеится, да. Ребят, официально заявляю, это был самый жесткий босс и самая жесткая компания, которую я вообще видел. Фу. Фу. Клинок Танатоса, ну, лучше тиару возьму. Клинок Танатоса не прокатит особо. Ох, блин. Самая жесткая из всех компаний, вот серьезно. Резать ассасина? А зачем его резать? Я не могу его зарезать. Он не резается. Фу. Амбриэль и Эмри объединились. Кто мог предположить, что Чимаби Тризена не погубит, а укрепит Империю? Эльфы и люди наконец заключили перемирие. Но скорбь детей Галиана была велика. Они потеряли королеву и принцессу, а теперь казалось, что даже воскресший бог покинул их. Как всегда, в тяжелые минуты эльфы ушли в леса, скрывшись от человеческих глаз. Быть может, однажды они появятся вновь и вернут себе былую славу. Но пока у объединенной империи были другие заботы, пришло время торжеств, время коронации нового короля, а может быть, и новой королевы. Черт! Знаете, а я не уверен в себе, то, что я бы в прошлый раз, если бы я слился даже от драконов, то я бы точно слился об эту заразу. Нет, это было реально опасно. Сатир 300 ДПС, а я там, черт, такая жесть. Надо было посмотреть, кстати, какой у него левел был. Я так не посмотрел. Ну ладно, если что, пересмотрю свои воды сам, мне интересно, какой был там левел. Ну ладно. В общем, мы закончили кампанию за людей. Это была самая жесткая кампания. Самый черт возьми жесткий босс, которого я видел за всю историю. Ну вообще да, если бы я бил
Ну я бы, да, я вполне мог его просто задамажить, плюс через паралич он бы просто с места не двигался, а у меня маны смерти, манада было полно. То есть я мог его удержать до бесконечности там, по сути. Еще бы при этом и ману резал. Ну ладно, суть не в этом. В общем, мне повезло, что у меня была защита от создания. Мне повезло, что у меня сатир промахивался. В общем, я лакер. Признаю это на стриме сейчас. Если бы сатир не промахивался, если бы я забыл наложить защиту от магии сознания перед тем, как напасть на этот долбанный замок. Понимаете, я просто сидел и сомневался. А наложил ли я защиту или не наложил? Блин, это было так классно. Ребят, побольше бы таких компаний, побольше бы таких эпических боссов. Теперь в Диабле мне неделю не будет падать шмот. Да, возможно, возможно. А Кроули я убил. Кроули я убил, Сангока, ты, видимо, пропустил этот момент. Это была вторая миссия за людей. Что ж, давайте тогда на этом стрим закончим. У нас осталась последняя кампания Загорные кланы, ее мы будем проходить завтра. Фух, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел, кто со мной был. Надеюсь, вам понравилось это прохождение Disciples, точнее, части Возвращения Голиана. Блин, это было шикарно. Тем, кому я понравился, не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. Также все воды в обязательном порядке попадают на YouTube. Те, кто пропустил предыдущее прохождение за предыдущие расы, могут зайти на YouTube и там посмотреть. Также, опять же, повторюсь, что... В принципе, если вы хотите быть в курсе моих стримов, моего расписания, есть Skype-конференция, заходите туда, ссылочка также, как туда зайти и попасть, в описании стрима есть. Там я пишу о стримах. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто меня смотрел. Спокойной ночи, точнее доброй ночи всем, так как у меня уже почти 2 часа ночи. И до новых встреч, увидимся завтра. Опять так же повешу анонс, напишу в скайпе. Всем пока.